Моя профессиональная деятельность длится уже 45 лет, 46-й год. Началось с того, что я в детстве болел и понял, что медицина – это великое дело. Я решил стать врачом для того, чтобы помогать, как мне помогали, так и я всем. Вот 45 лет я уже помогаю. Я начинал на Северном флоте, потом Центральный госпиталь ракетных войск. Уже 20 лет работал в Перхушковской больнице, в отделении через свою хирургию. Это такая специфическая отрасль, которая, или вид медицинской деятельности, который требует высоких навыков, и как практических навыков, хирургических навыков. Мы работаем здесь благодаря тому, что здесь у нас очень хорошая, сильная коллектив и бригада. Наш коллектив через свою хирургию, во главе с моей старшей сестрой Румией Искаковной, перевязочной сестрой Галиной Анатольевной. Это лучшие сестры, которые есть в больнице. Она замыкается в 8 районах Московской области. Отделение развернуто на 40 коек, работает с полной отдачей. В год у нас проходит порядка 2000 больных.